Всем привет! И в этом выпуске проанализирую матч Лиги Чемпионов, групповой этап «Зенит-Челси» и сделаю, возможно, одну из сумасшедших ставок. А какую именно или какие именно, обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Итак, «Зенит» принимает «Челси». Количество домашних игр «Зенита» беру 15. Количество домашних голов сейчас подсчитаем. 2 плюс 5 – 7, 11 плюс 7 – 18, 19, 23, 25, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 46. Количество пропущенных голов дома. 2 плюс 1 – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. Количество побед интересует дома за последние 15 сыгранных матчей «Зенита». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Переходим к «Челси». Количество гостевых игр берем также 15. Количество гостевых голов. «Челси» в гостях. Подсчитываем 2 плюс 2 – 4, 7, плюс 1 – 8 и 3 – 11, 12, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 36, 37. 37. Количество пропущенных голов в гостях. 3 плюс 1 – 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Количество побед за последние 15 игр в гостях. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Итак, получается, «Зенит» дома за свои последние 15 игр домашних забил 46 голов, пропустил 16, одержал 11 побед. «Челси» за 15 гостевых игр забила 37 голов, пропустила 10, одержала 11 побед. Прогнозировать. И что мы видим? На победу «Зенита» низкая вероятность 30,5%, тотал больше 2,1, высокая вероятность. Обе забьют, высокая вероятность. На индивидуальный тотал гостей высокая вероятность. Прогноз на данный матч я попробую разделить на три части, так сказать, своеобразная вилочка, и вся она будет обращена на «Челси». Смотрите далее. Прогноз на матч «Зенит-Челси» следующий. Я сделаю три ставки на этот матч по 3000 рублей. А именно, первая ставка – это точный счет 0-2. Победа «Челси» с точным счетом 0-2, коэффициент 7.50, ставка 3000 принята, возможный выигрыш 22.500. Вторая ставка также в 3000 рублей, ставка принята, «Зенит» «Челси», «Челси» выиграет со счетом 1-2, коэффициент 8.50, возможный выигрыш 25.500. И третья ставка – «Зенит-Челси», победа «Челси» с точным счетом 1-3, ставка 3000, коэффициент 12, ставка принята, возможно, выигрыш 36 тысяч. Итого, напомню, три ставки по 3000 рублей, точный счет 0-2, 1-2, 1-3, и это все победа «Челси».